Сеть ресторанов «Тайказан» представляет новую столовую в формате «Нон-стоп». Проспали завтрак, опоздали на обед, не догуляли в клубе или работаете всю ночь 24 часа в сутки. Вас ждет аппетитный выбор блюд восточной и домашней кухни. Всегда свежая выпечка, выбор салата, первых и вторых мясных и рыбных блюд. Меню как в ресторане, цены как в столовой. «Тайказан». Быстро, вкусно, недорого. Улица Алтынсарина, 9, у кинотеатра «Казахстан». Телефон 905-30. Здравствуйте! Эфир нашего телеканала продолжает программа «Каждый день» в студии Гухар Тургаева. Партнер проекта «Русские блины». Торгово-развлекательный центр «Кировин-Сити», третий этаж. 19 апреля 1970 года со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101, прозванный в народе «Копейкой». ВАЗ-2101 – «Жигули» легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа «Седан». Этот автомобиль оказался маленьким шедевром. Ни до, ни после «Копейки» сборщики так и не смогли создать таких долговечных автомобилей. Предлагаю вашему вниманию прогноз погоды на среду, 19 апреля. В Муртуке ясно, без осадков, температура воздуха составит плюс 19 градусов. В Алге также ясно, осадков не ожидается, плюс 18 градусов. В Хромтау 16 градусов выше нуля, ясная погода на протяжении всего дня. В Бадамше столбики термометров покажут плюс 16 градусов, малооблачная погода без существенных осадков. И в Шалкаре плюс 20 градусов. Синоптики осадков не прогнозируют. Ясная погода. В театре «Локомотив» вы можете посмотреть фильм «Оралман из Питера». Молодой парень возвращается в родной аул из Питера, где получил музыкальное образование. В селе он устраивается в Дом культуры. Однажды его вместе с коллегой отправляют в город купить музыкальное оборудование. Коллега решает сыграть в азартные игры и проигрывает все деньги. Теперь парням предстоит найти средства, чтобы вернуться в аул, да еще и купить оборудование. Узнав о музыкальном конкурсе с призовым фондом в кругленькую сумму, они создают группу «Джингл». Перед молодыми людьми нелегкое испытание выиграть в конкурсе. Эй, Фарасанды Шайлалага, кем не урламай жатыр, а? На то пошло! В драматическом театре имени Тахауи Ахтанова 20 апреля в 9 часов утра состоится открытие второго республиканского театрального фестиваля «Балауса» экспериментальных постановок в казахстанских драматических театрах в рамках проведения международной выставки «Экспо-2017». В областном музее искусств 20 апреля в 15:00 пройдет показ коллекции Катерины Игнатовой «Моя весна». Катерина Игнатова с 14 лет работает моделью. Сейчас она снимается в рекламных проектах, принимала участие в Центральноазиатской профессиональной премии моделей. В показе «Моя весна» она выступает как автор. Актюбинцы узнают, как можно реанимировать надоевшую вещь, оформив ее в уникальном дизайнерском стиле. Вход на показ свободный. В завершении выпуска хочу напомнить об акции, которую проводит наша программа. Совсем скоро наш город будет праздновать великий праздник «День Победы». С каждым годом настоящих героев этого дня, к сожалению, становится все меньше. Но память о них жива, и мы помним их имена, их поступки, их подвиги и готовы говорить им спасибо. Редакция программы «Каждый день» приглашает вас принять участие в специальной акции, приуроченной ко Дню Победы. Присылайте нам фото своих дедушек и бабушек, которые воевали. Поделитесь воспоминаниями о них и их историями. Мы с радостью все расскажем и покажем в эфире нашей программы. Чтобы принять участие в акции, отправьте нам письмо на адрес, указанный на экране, к которому добавьте фото своего деда или бабушки. Расскажите о них.
или приносите материалы к нам в телекомпанию по адресу улица Валиханова, 35. Наша победа – это наша память. Помним, гордимся. На сегодня у меня все. Благодарю вас за внимание. До встречи в эфире. Сеть ресторанов «Тайказан» представляет новую столовую в формате «Нон-стоп». Проспали завтрак, опоздали на обед, не догуляли в клубе или работаете всю ночь 24 часа в сутки. Вас ждет аппетитный выбор блюд восточной и домашней кухни. Всегда свежая выпечка, выбор салата, первых и вторых мясных и рыбных блюд. Меню как в ресторане, цены как в столовой. «Тайказан». Быстро, вкусно, недорого. Улица Алтынсарина, 9, у кинотеатра «Казахстан». Телефон 905-300.